Приближается весна, а за ней лето, время шашлыков. Сейчас вам, вашему вниманию, предоставлю несколько видов маринада для мяса. Ну, классика жанра – это, вот в данном случае, свинина, лук, вот перец и соль. Вот эти компоненты являются базовыми при мариновании практически всех видов мяса. Соединяем лук и мясо. Лук следует давить для того, чтобы он выделил сок. В луке содержатся вещества, которые способствуют размягчению мяса. Вот мы выдавили луковый сок. Добавляем сюда перец и добавляем сюда соль. Еще раз все это перемешиваем. В принципе, для более качественного обволакивания лукового соуса мяса можно добавить немножко воды, но можно и не добавлять. Вот это вот классический кавказский рецепт маринования мяса.